открываю, что? Что, ребята, три подряд? Три подряд легендарных... что, три подряд легендарных... Ребятушки, вы должны были это смотреть. Если вы до этого момента не досмотрели, ну, я не знаю, вы очень много пропустили. Два подряд легендарных, два подряд легендарных. Это как вообще такое возможно? Всем привет, с вами Детские Игры, и мы с вами продолжаем играть в игру Wildcraft Simulator. Знаете кого? Сами. Да, это Волк. Это Волк, симулятор Волка, ребятушки. Мы с вами сегодня попробуем максимально заработать много-много золота и прокачать высокий уровень. Потому что это мне сейчас самое главное. Я довольно-таки мало сейчас играю в Wildcraft, потому что хочется немножко разнообразия, и я его сам себе создаю. Но все-таки не нужно забывать, во что я очень сильно люблю играть. Ну, немножечко отдохнул, и ладно, начнем мы с вами прям много, я надеюсь, играть в Wildcraft в последнее время, потому что, ну, что-то действительно очень мало в последнее время играли. Я такой думаю, так, давайте-ка немножечко увеличим Wildcraft. И решил, что сегодня, может быть, будем каждый день даже сейчас в Wildcraft играть. Из-за этого я думаю то, что, не знаю, либо копить сундук на золото на сундуки, либо все-таки не копить, это сразу тратить. Так что, ребятушки, выбирайте вам, естественно, как всегда. Можете, в принципе, написать, ну, как вам больше нравится. Копить сундуки, либо, ну, не копить. Зачем копить сундуки, когда можно сразу тратить, да, и ждать эту легендарную вещь. Да, сегодня, как вы видите, без задания, потому что я так подумал, ну, а зачем нам сегодня задание, когда мы и так давно не играли, просто хоть вспомнить, что это за игра-то такая-то. Правда, конечно, я хорошо помню, но все равно, все же хочется, знаете, просто поиграть без всяких заданий. Бывает и такое, но в следующем ролике-то я по-любому выберу ваше какое-нибудь одно задание из прошлого, либо из этого ролика. Я посмотрю, какое мне интересное задание попадется, если, конечно же, мне такое попадется. А оно должно попасться нам. Ну что ж, ребяточки, мы с вами, не знаю даже, что сегодня будем делать. Ну просто будем сегодня наблюдать, как можно быстро получить золото. Прямо очень-очень быстро сегодня будем на всех подряд охотиться. Будем смотреть, за кого больше всего дают золото, как быстро победить медведя. Все в этом ролике. Да, кстати, я уже очень сильно хочу, чтобы у меня появился новый волчонок. Знаете, по одной простой причине. Потому что там последний будет волчонок. И я хочу собрать полную семью вульфов. Чтобы она была максимально большая, прибольшая. Чтобы Вульфи мог спокойно смотреть, как его, ну, как его клан развивается и очень быстро. Ну, чтобы больше и больше волков было. Все-таки в этой игре максимальное количество волчат это, по-моему, 8. Или 7, да, это... Нет, подождите, волчат именно, то есть малышей, так, 2 взрослых, да, и... А, ну да, это 6 волчат всего может быть. Ну, это достаточно много, потому что в том же самом Simcat, да, там намного меньше, там всего можно 2 котенка завести, и все. Ну, или в Simdog точно так же, и все. А здесь можно целых 6, да, то есть это на 4 больше. Действительно намного больше. Да, конечно же, все мы ждем обновления. И, кстати, разработчики заикнулись о обновлении. У них есть в ВКонтакте там сообщение по поводу этого всего. Я точно не помню, как оно гласит, что там вообще написано. Я так мельком посмотрел. Я, конечно же, буду ждать именно обновления, когда же оно выйдет наконец-таки, потому что хочется уже посмотреть, что же они новенького придумают. Я, наверное, даже в это время буду больше всего играть. Ну что ж, мы сегодня максимально попытаемся золото... Ну, попробуем найти больше всего золота, и потом, ребятушки, мы все это откроем. То есть я буду сегодня копить, пока ролик записываю, а в конце ролика мы с вами обязательно откроем сундуки. Я тут когда-то играл в новые игры, кстати, ребятушки, обязательно смотрите новые игры, потому что они довольно-таки некоторые интересные, просто не всем уже, многим уже пишут, детские игры.
ты уже надоел со своими симуляторами. А в одни симуляторы играешь, ну я не знаю, мне вот нравится в симуляторы играть. Я не знаю, как вам, ребятушки, но мне вот действительно нравится в симуляторы играть. Конечно же, уже многим надоело то, что я в эти симуляторы, везде принцип похож. Но, я не знаю, Wildcraft, он особенный. То есть есть симулятор мыши, он тоже особенный. Он очень круто выполнен, очень круто нарисован, графика там крутая, задумка вообще крутая. Правда, игра не обновляется. Если бы она обновлялась, она бы была очень... Она бы действительно была очень крутой. Но я не знаю, что там можно было разработчикам еще придумать. Геймплей, система, все просто идеально. Просто идеально. Ну ладно. В принципе, вроде как тоже разработчики сообщили, что будут какое-то продолжение сделать, может быть, еще какой-то симулятор придумают. В принципе, я буду только за. Я бы, кстати, что-то подобное поиграл бы уже давно бы. И вообще, в симулятор мышь я даже думаю начать, ну, как не заново, я уже начал, две серии, кстати, вышло. Много чего интересного появилось в последнее время на канале, в новые игры играю. Так что, ребятушки, обязательно увидеть что-нибудь новенькое, потому что действительно интересно все эти игры. Ну и если кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, потому что здесь выходят самые последние новости по Wildcraft. Ну, даже не новости, а именно я показываю, что можно найти в Wildcraft, какие-нибудь новые фишечки. Вот единственное, я на бизона не хожу, так что мы с вами сегодня попытаемся в конце ролика сходить и на бизона, и на сундуки открыть. Да, и сундуки. Я уже примерно знаю, как бизона победить, так что мне это будет вообще расплюнуть. Просто расплюнуть. Но, знаете, вот есть, конечно, один единственный хороший прием. Это выходить и заходить в игру, то есть, ну, и постоянно бегать к медведю. За это вы, конечно, очень много золота получите. Ну, если у вас, конечно, большая семья, я думаю, то, что это когда-нибудь разработчики все-таки уберут. Потому что, ну, слишком легко можно заработать золото. Очень легко можно золото заработать. А мне кажется, то, что разработчикам хочется усложнить эту игру, чтобы люди... Ну, в общем, не наигрывались. Ну, то есть так быстро. А то я вот, например, уже вот, ну, я немножко наигрался в эту игру, потому что, ну, все очень просто происходит, да. Вот у меня даже не самая идеальная ситуация, а представьте, у людей, которые есть больше сотого уровня. Ну, это же вообще, представьте, что им делать в этой игре. Они уже не знают, что делать в этой игре. Здесь все вещи они уже достали. Ну, то есть, вообще, все возможные вещи они действительно достали. На всех животных уже поохотились. Даже я на всех животных уже поохотился. Правда, конечно, здесь есть онлайн-версия, где, в принципе, можно неплохо поиграть, ну, очень круто поиграть с друзьями. Да, это очень хорошо. Так, ну что ж, мы с вами идем дальше охотиться. Что-то я заговорился. Ну, не знаю, может быть, такое разговорное немножко видео будет на обсуждение. Может быть, там в комментариях пообщаемся с вами по поводу чего, ну, по поводу того, что я говорю. То есть мне вот хочется увидеть очень сильно обновление, в котором будет, ну, добавлено что-то действительно, действительно крутое. Не просто шмоточки, ну, вещи какие-то, да. Не просто... Какой-то, не знаю, что-то в карте, какая-то карта, да, не просто карта, а хочется какого-то нового животного. Хочется, чтобы на новых животных можно было охотиться. Ну вот, что-то вот такое, новый контент, да, как говорится. Конечно, контент и одежда, ну, я считаю то, что скинов уже много, достаточно много. Особенно они делают их все легендарные. То есть, они теряют свой смысл. Конечно же, они не выпадают так легко с сундуков, как это было, ну, буквально там месяц назад, да, или месяца два назад. Они намного чаще, ну, как по мне, вот я просто сужу по себе, намного чаще выходили легендарные, чем сейчас. Но все же, как бы их можно купить за... все это покупается, то есть это... Ну, не выпало тебе, взял и купил, да, вот, ну, нет никаких проблем в этом плане. Ну что же, давайте мы с вами проверим там медведя, может быть, он уже появился, и хотелось бы его, конечно же, победить. За него дают больше всего золота, это самое вообще главное в этой игре. Золото, а то золото, сундуки. Я уже в некоторых играх, знаете, сижу и такой думаю, так, а там дверь стоит передо мной, мы играли...
как называется игра-то? Ой-ой-ой-ой. Привет, сосед называется. Вот, я вспомнил. И суть там какая? То, что там нужно дверь открыть одну, да? В чулан. И, ребятушки, это вообще такой смех. Я подхожу к двери и говорю: давайте откроем этот сундук. Ну, до такого уже доходило, то, что я уже дверь сундуком называю. Об одних только сундуках и думал в последнее время. Ну, ладно, в принципе, да, я понимаю, почему у меня такое в голове. Потому что, ну, хотелось эти легендарные вещи все, чтобы сундуки в сундуке попались, но, к сожалению, не попались они мне. Ну, да ладно, я все взял, что все, что я хотел, я купил, в принципе, за орехи. И если бы я бы хотел, я бы еще, я бы все бы мог купить за орехи, в принципе... Не такая уж проблема здесь насобирать золото. Просто нужно немножечко посидеть. Например, слушаешь какую-нибудь аудиокнигу. Ну вот я вот частенько аудиокнигу какую-нибудь включаю себе и начинаю как играть в Wildcraft. Ну когда без стрима, например. Ой, без записи. Я вот бывает так делаю. Ну, чтобы, не знаю, чтобы мы с вами могли быстрее, ну, как-то время, что ли, пролетело, вот, чем другим, помимо Wildcraft заниматься. Ну, при этом играть, естественно, ну, и, например, что-нибудь сказку слушать, да, вот, можно вот как-то так справляться. Так, ну что, у нас тут есть много разных Илиса, смотрите-ка, Илиса, красавица какая, давай и попробуем на нее поохотиться. Нам надо восстановить всю энергию, потому что что-то энергии вообще нет. Да, вообще энергии нету, давайте, смотрите, банда какая, у нас просто банда-команда. Вот это да, ребяточки, вот это, конечно, я понимаю, банда-команда тут, конечно, у меня очень большая. Так, а это кто у нас? По-моему, зайчики нам. Это зайцы или нет? Большие для зайцев, да. Это... О, там еще олень. Отлично. Так, ну это скунсы, естественно, мы их всех помним. Они самые, наверное, для меня такие злые, потому что они постоянно пытаются на меня первыми охотиться. Вот олень не может первый охотиться, он все-таки травоядный, да, он не хищник, и он себя особо не защищает, даже когда видит меня и волка могущественного, самого сильного в этой вселенной. Волка Вульфи, самого сильного. Ребяточки, кстати, какой у вас уже уровень? Потому что я уже целую неделю практически за Вульфи не играл. И под прошлым роликом я видел даже человека, который имеет 150 уровень без читов. Вообще, как такое возможно? Ну, не без читов, а без взлома игры. Я вообще не представляю. Это надо в Wildcraft жить просто. Жить и не тужить. Да, просто живешь в Wildcraft. О, смотрите, сколько здоровья. 666. Демоническое число. Вот у этого... Ой, там еще есть. Ничего себе, вот нам везет, конечно. Это нам сегодня везет. Но мы сегодня с вами откроем сундучки какие-нибудь крутющие. Ну-ка, давайте-ка попробуем вот эти. Оленей. Так, олени. Осторожно. Так, отлично. И мы должны их победить. Да, стопудово. Давайте. И все. Мы их победили. И там вот есть... Слушайте, а где, может быть, здесь уже медведь появился? Или, может, пойдемте на бизона сходим? Чё нам этот медведь? Пойдемте на бизона сходим. В принципе, нам какая разница? Ну, сходим мы на бизона, победим бизона. И там, кстати, PvP-зона, так что мы можем с кем-нибудь в онлайне даже встретиться из моих зрителей. Причем такое частенько бывает, я вам честно скажу. Такое достаточно частенько бывает. Так, здесь есть лось. Ага, давайте лося с вами еще победим и... Попробуем. А как нам его победить? Ого, отправились как. Прям побежали, посмотрите-ка. Прям побежали. Ой-ой-ой. Он нас победил, да? Да, он нас победил. О, так мы его все-таки сами-то тоже победили. Волки его тоже победили, получили уровни свои. Ну что ж, давайте мы с вами отправимся на бизону тогда, прямо сейчас. Ну что же, отправляемся в этот прекрасный мир. Где... О, да, давайте, кстати, подарок получим. Да, я забыл про подарок, нужно было сразу бежать. Слушайте, давайте сейчас мы с вами... О, 600 золота дали, ничего себе, редкость, кстати, это действительно редкость. Так, ну что ж, мы с вами начинаем бежать прямо очень быстро, потому что здесь бизон очень быстро погибает, и мы его просто не успеем на него охотиться.
Так, мы сейчас попробуем самыми последними попытаться его победить. Все 74-го, 71-го, 60-го уровня. Слушайте, сколько уже больших уровней здесь стало? И вот смотрите, ну-ка, давайте-ка спросим у них, знают ли они детских игр, пока мы тут ждем с вами. Так, привет, друзья. Давайте, может быть они меня вспомнят. Ой-ой-ой, какой он большой. Так, давай, попробуем его победить. Вот знаете, в этой игре, ну вот против этого бизона, здесь все-таки очень важно победить именно последних, да, то есть это самое важное. И все-таки, ой, а что это оно кусается? Ребят, она кусала меня просто так. Ага, так, ну это, конечно, все очень сложно. И да! Нет, мы с вами не смогли его победить. Ну да ладно. Давайте, кстати, прокачаем нашу силу. Да, давайте прокачаем нашу силу. И Вульфи, давайте максимально. 65-й уровень всего лишь. Ага, Виктория, тут есть Мармок. О, Мармок, знаете такого ютубера, да? Это, по-моему, крутой такой летсплеер. Ну, не летсплеер, он такие крутые всякие хайлайтики делает. Мне нравятся нарезочки. Так, ну что ж, мы с вами сейчас попробуем еще раз дождаться этого бизона. Только я вот не знаю. Мармок, вон, ушел. Эй, Мармок, ты куда это? Давайте с вами попробуем немножечко кого-нибудь победить. Так. О, давай. Ну куда это ты? А куда это ты? Сразу бой не принял и убежал, да? Это PvP-зона, здесь можно. О, ребяточки, мы с вами нашли теленка. Теленка нашли. Смотрите, какой он большой. Теленок очень большой. Не, ну я шучу, это не теленок, конечно, это бизонище, большое бизонище, с которым мы должны точно справиться. И он за мной. Он за мной. Да. Но мы его с ним должны все-таки справиться, почему бы нет. Давайте. Налегли все. Налегли быстрее. Так. Ай-яй-яй. Осторожно. Давай. Слушайте, столько здесь быстро, ну столько здесь людей, да, это вообще, даже не понимаю, как мы все тут можем победить его. Так, не, ну конечно, если все вместе. Давай. Да, мы сделали это, мы победили бизона, ура, ребята, ура, я очень сильно этому рад. Ой-ой-ой, надо бежать, он очень сильный. О, слушайте, а это кто такая, это белочка, да, какая-то? А, нет, это не белочка, это лисичка, это же лисичка. Ладно, мы с вами вообще огромные молодцы. Давайте выйдем из этого сервера. Быстрее! Все, мы с вами вышли. Да, давайте в обычную игру зайдем и откроем, пожалуй, сундуки. Да, вот так вот и побеждают бизона. Изи, легко, просто легко, легкотня. Бизончик, конечно, быстро от нас отвалился. И, ну вот, понимаете, я умею охотиться. Я вам... А сразу говорил в начале еще ролика, то что вам повезло со мной. Так, ну что ж, давайте откроем сундуков. Мы победили с вами бизона, и за него нам дали достаточно золота, по-моему, даже 5000, если не ошибаюсь. И мы с вами тогда откроем сундуки. Давайте. Что же в этом сундуке? Ну, конечно же, нету легендарных никаких вещей, и только редкие и эликсир. Конечно, нам не нужны легендарные вещи, да? Да нет. Вот это да, нам выпала одежда легендарная, это очень круто, ребятушки, это очень круто. Ставьте лайк за эту легендарную одежду, круто, друзья мои, это очень, ну нет, сейчас от легендарных мне точно не надо. Дайте легендарных, пожалуйста. Нет, ну опять легендарных не дают. Но я очень сильно этому рад, что мне дали легендарную одежду, которую мне не придется покупать. Еще эликсир легендарный. Что такое происходит в сегодняшней игре? Это легендарный эликсир. Легендарный эликсир. Ох.
Нам с вами выпал вообще сегодня очень замечательный день. Бизон, мы с вами сегодня победили. Я не знаю, мы сегодня очень крутые. Очень крутые. Я думал то, что у нас сегодня ничего не получится, а в итоге-то редкий эликсир. Кстати, там эликсира у нас сколько? 4000. Давайте-ка мы с вами раскидаем эти 4000 на разных. Так, вот давайте на Соню раскидаем. Быстренько, оп, до 19 уровня. И сюда тоже раскидаем до 2000. Пускай у нас будет с собой. Слушайте, у них силы уже больше, чем... У них силы больше, чем у меня. Ну ладно, давайте мы с вами дальше будем открывать сундуки. Сегодня они очень везучие. Давайте. Мы должны победить. Сегодня еще парочку сундучков нам легендарных дадите. Я очень буду счастлив, очень рад. Не, ну это нереально просто. Это просто нереально. Вот знаете, открываю 100 сундуков. Не вываливается ничего. Открываю! Что? Что, ребята? Три подряд легендарных! Три подряд легендарных? Ребятушки, вы должны были это смотреть. Если вы до этого момента не досмотрели, ну, я не знаю, вы очень много пропустили. Два подряд легендарных! Это как вообще такое возможно? Это сколько? Это как? Это как? Вот это да! 4 подряд легендарных вещи за 13 сундуков всего лишь. Это еще у нас не конец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе, вот это да, вот это да. Может быть, конечно же, я ничего не могу судить. Может быть, мне Wildcraft не давал, а потом бах и дало. Ну что ж, давайте последний откроем сундук с легендарными вещами. Я надеюсь, что там что-нибудь будет интересное еще, потому что мне очень сильно... Ладно, все, дубликаты и редкие нам попались эликсир, это очень хорошо. Слушайте, ребятушки, ну сегодня-то, я не знаю, это... Вам когда-нибудь так вот везло, как мне сегодня? Я не знаю, может быть, я счастливчик очень такой, сегодня счастливчик. Мне надо сегодня ставки ставить, знаете, не знаю, спорить с кем-нибудь. Не знаю, я в любом сегодня споре выиграю. Даже если не знаю об этом предмете, о котором будем спорить. Все равно наугад выиграю, потому что я сегодня везучий человек. Ну что ж, ребяточки, я надеюсь, вам очень сильно понравился этот ролик, потому что мне он очень понравился, потому что мы вытащили 4 легендарных вещи, да. Ну, конечно, эликсиры мы 2 вытащили, но это ничего страшного, потому что все остальное тоже очень круто. Ну что ж, ребяточки, подписывайтесь на канал Детские Игры, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые легендарные вещи на канале, в новых роликах, конечно же. Так, ну что ж, всем пока. А, да, еще лайк поставьте, ну, смотрите, сколько сегодня легендарных было. Давно такого не было. А, и давно вообще за Вульфи не играли, и вот, и все круто. Ну все, пока.